Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, и мы продолжаем проходить зомби. Возможно, это уже финал будет сейчас. Сейчас посмотрим. Вот так, да. Так. Алло? О? Это Сондра из Воронов Ди. Ага. Я не знаю, с тобой мы пересекались с Таурой или нет, но это та же частота, а я обещала вернуться. Ты или нет, неважно. Живи и дуй в Таур. Мы проводим срочную эвакуацию. Так, подождите, подождите. Ребят, на чем мы остановились? Мы тогда все отсортировали, все, что нам нужно. У нас в рюкзаке. У нас штурмовуха есть, еще вот это есть. Блин, у нас патронов вообще жопа, нифига не хватает. Давай вот это заберем, да. Так, что у нас здесь? У нас мины какие-то вот эти есть. Мины я нафиг убираю и беру вот эти фаеры. Как раз то время, ребят, пришло, когда фаеры нам реально будут нужны, я чувствую. Пистолет на двушке. В качестве третьего мы, наверное, будем использовать что? Не знаю, в качестве третьего что использовать. Ладно, сейчас разберемся, посмотрим, сколько у нас чего. Наверное, в качестве третьего я буду вот это использовать. В качестве четвертого я буду использовать фаер. В общем, ребятки, все очень и очень тяжело теперь будет. Двигать нам надо, судя по всему, в тауэр. Так, сбежать из убежища. Хорошо, снова пытаются выкрывать людей на крыше тауэра. Нужно вернуться в убежище, пополнить мор и сбежать, что есть мочь. Подожди. А, нужно сканировать. Хорошо, я согласен, давай. Давай. Сваливаем, ребята. Движемся в тауэр. И что нам надо сделать? Цели. Какие цели? Подождите. То есть, вы предлагаете мне очистить. То есть, мне по сюжету надо вот это все очистить, да? Ну, что я могу сделать-то? Получается, мне надо все это очистить. Как очистить? Это интересно вообще, конечно, придумали. Так, ну, давай вот эти все выкинем. Вот они у нас тут валяются все. И вроде как вот это все надо забрать, да? Это мы сейчас все выкинем. Ну, то есть, как интересный, конечно, момент. Я не думаю, что у меня столько будет, что надо вот это все выкидывать. Нафиг. Двухстволка нафиг. Калаш нафиг тоже не нужен будет. МПшка, не знаю насчет МПшки. Ладно, посмотрим. Так. То есть, вот все я вроде сделал, да? То есть, по идее, сейчас... я должен, чтобы вроде как задание у меня пройдено, все замечательно. И победа за нами. Так, это мы выкидываем, у нас такая штука есть. Так, это тоже выкидываем, это тоже выкидываем. Снайперку я тоже выкину, потому что я что-то сомневаюсь, что сейчас целесообразно будет использовать. Да, честно говоря, и арбалет я выкину, потому что тоже от него нифига толку никакого не будет. Так, что у нас здесь осталось, что можно взять? Да, наверное, мины тоже. Нет, все. Для мин у меня просто уже больше нет места. Так. Почему у меня здесь отображается задание? Не совсем понятно. Цели. Давайте еще раз посмотрим. Слышь, братиш, что за ноги? Почему у тебя такая фигня здесь, а? В твоем убежище хреновом. Так. Да ничего вроде. Я вроде все сделал. То есть, надо идти в тауэр. Все, идем в тауэр. Ну его нафиг. Где у нас тауэр находится? Где-то у мемориала Виктории или как? Букингемский дворец. Туда-сюда тоже теперь не проникнуть. Подождите, так у нас исчезли вообще все. Абсолютно, смотрите, у нас исчезли все чекпоинты. Мы не можем теперь так двигаться. Нам придется идти прямо, прямо по улицам, как я понял. То есть пробиваться, что есть мочи, как только получается. Еще раз заглядываем сюда. Здесь стоит... Здесь вот это поставим, здесь вот это поставим. Что у нас на третьем? Есть патроны хотя бы? Да, замечательно, у нас один патрон. Полная задница. Ничего не поделаешь. Что, ребятки, давайте пробиваться. Давайте пробиваться, что есть мочи, как было сказано. И линять. Просто линять отсюда, потому что никаких других вариантов я не вижу. Нам надо сваливать. Я чувствую, сейчас понабегут сюда. Соответственно, нежить вся эта понабежит. Нам придется просто пробиваться. Вот и они, собственно говоря. Они уже здесь ждут нас.
Умрите, гады. Умрите, падла. Вот так, тихо. Вот так, деточка, да. Нагнул я их. Капитально нагнул. И надо двигаться дальше. Слава богу, радар у меня хотя бы работает. Я могу видеть, что происходит вокруг. Ну, фиксировать нежить, если они где-то рядом. Не нежить, это, в общем-то, просто зомби. Непонятно, они, может, и не к всякой нечисти не имеют отношения. Может, чисто биологические такие существа. Но сейчас не это главное. Главное сбежать. Эй, слышь, пошла отсюда. Да, слышь, идите нафиг от меня. Блин. Давай, 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 живее, живее. Девчонка, шевелись. Я не хочу умирать вообще ни разу. Мне не улыбается так. Так. Двигаемся дальше. Как ни странно, вроде получается. Так, что у нас здесь? Надо быстренько перейти, потому что меня не устраивает постановка вопроса, что у меня нету никакого оружия нормального. Блин, что делать-то, ребятишки, скажите мне. Уходим. Давай, 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 открывайся, я тебя очень прошу. Что это, я не понял. Что происходит вообще? Тут еще одно убежище, что ли, или что это? Ага. Это живой, похоже. Он одноногий еще. Кто этот человек вообще? Кто он есть? Что он хочет от этого мира? Я не могу понять. Что ты делаешь? У него под контролем весь город. Какой-то бывший военный тоже. Из Воронов, наверное. И что? Говорит живой, как слышно, прием. Не понял. Все? То я думал, какая-то схватка будет или что? Я не совсем понял конец, но... Кто этот живой? Что он сделал, друзья? Это такой непонятный, скомканный конец у нас вышел. Как-то вообще неожиданно. Не совсем понятно. Живой, живой. Кто он? Не знаю, человек, который не хочет благополучного завершения, потому что верит в какое-то пророчество, или человек, который хочет находиться в том положении, в котором он находится, то есть его все устраивает. Судя по всему, мы все-таки смогли убежать, мы смогли эвакуироваться вместе с воронами, как-то победить. Я не знаю, что, в общем, это, что случилось, мы нашли панацею или что, но... Конечно, концовка очень и очень загадочная, абсолютно неожиданная, я такого никогда ни в одной игре не видел, что прям вот так бац, вот только-только-только, скажем так, конец начинается, развивается движение и все. И я даже не успел никому хедшот поставить, друзья, я ничего не понял, как так, раз и все. Давайте вкратце я скажу свое мнение об игре. Мне понравилась атмосфера, мне понравилась музыка, саундтрек отличный. Мне не понравилась, честно говоря, боевая система. Но это надо понимать, не надо считать, что это плохо. Просто боевая система, она заточена под консоль, конечно. Для компьютерного игрока, особенно для любителей шутеров,
Немножко как-то все очень казуально. Не то, что казуально. Казуально это неплохо, я считаю. Это облегчение, это упрощение, чтобы игроку было проще. Тут наоборот, некоторые казуальные моменты, они вызывают при использовании клавиатуры и мыши трудности. То есть где-то там сложность, там переключить нечаянно что-то можно, еще что-то сделать. В общем, такая ситуация. Сюжет игры не силен, к сожалению. То есть очень поверхностно все это проходит. Очень поверхностный сюжет. Вот, но при всем при этом, конечно же, главное это геймплей, и игра обладает сторонами, то есть вот боевая система, сюжет, которые, ну, по моему мнению, не сильны явно, не сильны, но при этом они не настолько неприятны, что вот какой-то там дискомфорт от игры прям сильно испытываешь. Все-таки игра интересная. Я не жалею, что я ее прошел. Она необычна, она нестандартна, даже можно сказать. И очень неожиданно просто-напросто. Она просто очень и очень для меня неожиданная. Очень неожиданный конец. Очень неожиданна сама игра, потому что я не думал, что вот она такая будет. Она необычная игра. Необычная по... вообще по всему очень необычная. На первый взгляд, если пройти ее, то если я проходил, а вы это смотрели, вам может показаться, что это какая-то такая, ну, обычная игра, какой-то среднячок. Нет, что-то в ней есть, есть атмосфера. Атмосфера, как в кино, она интересная. И, кстати, возможно, вот эта ситуация, связанная с... соответственно... с концовкой такая необычной, это как раз дань тем фильмам про зомби, которые мы видели, где нету особого пояснения, из-за чего все началось, и так далее, и какой-то скомканный конец бывает. То есть эта игра не столько игра, сколько фильм. Фильм необычный, классический фильм про зомби в духе фильмов Ромеро или 28 дней спустя, 28 недель спустя. То есть в таком... стиле своеобразном, стиле зомби. Я не сомневаюсь, что те люди, которые создали эту игру, они действительно любят и действительно знают толк в кинематографе про зомби. То есть, и молодцы, молодцы. В общем-то, в этом плане игра удалась. Могла бы быть получше, могла бы. Чуть глубже сюжет, все-таки это игра, не фильм. Лучше боевая система, больше где-то экшена, где-то еще чего-то. Было бы лучше, но и так вполне неплохо, друзья. Поэтому остались вопросы, осталась интрига, осталось много интересного. И я надеюсь, что, что данная игра будет иметь продолжение. Посмотрим, что у нас тут. Начальный экран или что будет сейчас? Может быть, геймплей будет? Нет, ты смотри, битва-то продолжается. Да, ты смотри, нифига, короче, а я... Мы должны улетать из Лондона, но я обещала, что вернусь. Да. Ты это или нет, но ты на той же частоте, так что ноги в руки и беги в Тауэр. Да, короче. Я лохнулся. Это не конец. Мы уже в пути. Да, ну блин, пошел отсюда. Ух ты, как неожиданно, где я появился-то. Бегом! Сондра на крыше. Я посвечу дорогу. Да я понял. Я не торможу и не оглядываюсь. Оглядываться вот мне точно не хочется, это я вам правду говорю. Пошли вон, уроды. Да нет, блин. Вот уродцы, слышишь, они сейчас ко мне все побегут. Что, в общем-то, ожидаемо. Давай, 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 деточка. Заработала эта хрень. Давайте, давайте, давайте. Давай, 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 малышки. Ну, к вам как туда попасть-то? Ёлы-палы.
пошел отсюда. Давай, 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 мы спасемся. Где выход-то? Слышь? Давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Блин, все-таки мы спаслись. Вот он, конец-то реальный какой. Офигеть. Я думал, конец там был, а он, вот он, конец. И вот бомбардировщики летят. Сейчас просто, наверное, они все разбомбят здесь и, собственно говоря... Странный конец. Но все-таки, как мы узнали, панацея — это вакцина, а не лекарство. Излечить их, к сожалению, уже нельзя, этих бедолаг. Вот и все. Сыграй в зомби, сколько ты проживешь. Ребята, если вам понравилась эта во многом загадочная, особенно по сюжету, игра, то играйте в зомби, нагибайте всех, а мы увидимся с вами.